Всем привет, это канал Акстар, и у меня удалили все мои видео, как вы могли заметить, удалили видео с розыгрышем, поэтому, если ты хочешь заново участвовать в розыгрыше, то подпишись на канал, поставь лайк, оставь комментарий, и подпишись на мой инстаграм, там мы проведем розыгрыш, и на канале будут новости. Разыгрываем вот эту шикарную гитару Baton Rouge, звучание шикарное, вы можете заценить это в моих видео. Каких видео, если у меня их удалили? А также хочу объявить второй розыгрыш струн. То есть мы разыграем струны Саварас либо эликсир на выбор победителя. Чтобы в нем участвовать, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий. И через 2 часа я свяжусь с победителем, и мы поговорим по поводу приза. Приятного просмотра. Красавчик. Желаю. Да, знаю. Офигеть. Спасибо. Прикольно, блин. Сколько тебе лет, можно спросить? Мне 17 лет. Офигеть, блин. Это мои времена были. Молодец. Молодец, что ты это играешь. Приятного аппетита. Воу. Спасибо. Че, спасибо, он молчал. Спасибо, он как приятно. Спасибо. Знаете песню «Вахтёром»? Давай. А Цоя? Давай Цоя, кукушку можешь? Что? Кукушку можешь? Кукушку. Да. Говори. А гитару себе в очко зовут. Давай сыграй что-нибудь. Вы знаете песню «Сердцеедка» Егора Крида? Только не Крида этого, этого чмошника не надо. Давай. Ужасно. Могу «Звезду по имени Солнце», знаете? Да, давай. Спасибо большое. Вообще малорик. Прям вот. Не малорик, молодец.
Спасибо. Вот так вот. Делаем уроки. Уроки делать надо. А давайте я вам сыграю Snoop Dogg. Давай. Так, знаете, а еще я эту не играл, да? Спасибо. Братан, дальше ебашь настолько круто, насколько сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сыграть вам что-нибудь? А чё бы и нет-то, сыграй. Не знаете? Вырос на нём. О, да, играй! Моё здоровье! Если есть в кармане пачка... Спасибо. Гор Крит, сердцеедка, знаете? Да ну нахер, гонишь. Да, звери, ухожу красиво. Звери, районы, кварталы. Давай, вот эта тема. Вот. Ништяк. Ладненько, что-то вас спасибо, спасибо. Короче, за сыгранные тобой, ну, красава. Ну, вообще крутяк. Вообще, good. Классно. Классно, спасибо. Реально. Отлично. Ну, ладно. Нет. А, ладно. Привет. Давай я что-нибудь сыграю. Сыграй. Плохо с музыкой, так что я не умею петь. Да. А петь? А что ты не поешь? Ну, так, пока играю, буду петь скоро. Или еще не сочинил песню? Я сочинил, могу спеть. Давай, я послушаю. А, я не раз... я раньше сочинял, тоже играла, конечно. Сейчас разучилась. Ладно. Снова в ноги полароид, и я знаю, что нам стоит превратить хат в танцпол. Я открою папин виски, не хочу здесь оставаться. Пусть нас выгонят за впуски, в моем сердце мало места. Девочки, так нужно место, если не... Я запутался в словах, я забыл. Бывает. Ну вот. Спасибо, в общем, ладно.
Что сказала?